блин, 100 лет уже на механике не ездил, давно. Наверное, последний раз, когда мы ее новую покупали. Вот, сегодня у меня машинка в моем пользовании, поэтому сегодня поедем с вами в жилой комплекс «Фрукты». Мы там посмотрим, какие у нас очередные ремонты, какие мы ремонты там выполняем, поэтому оставайтесь с нами. И еще у нас будет встреча с собственником квартиры, которую он продает уже с ремонтом. Вот что-то вы попросили меня, я так решил, думаю, мне иногда хочется посмотреть чужие ремонты, как сделали, да, и не постучишься так в дверь, ну, дайте я посмотрю, да. И поэтому, когда попросили снять квартиру с ремонтом, очень важно было понять, как другие делают планировочные решения, как другие делают интересные какие-то проекты. Ну и вы, конечно же, посмотрите, оцените квартиру, напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, вот, и посмотрите цену. Так, приехали мы на «Фрукты». У нас Артем здесь прораб. Как, Артем, вообще здесь дела? Работа движется, все замечательно. Движется замечательно. Сейчас мы поснимаем парочку объектов вам, а потом у нас уже будет встреча с клиентом. Ну, здесь ничего особо не меняется. Ремонты здесь проводятся. Люди квартиры покупают. Травка зеленеет. Не во всех местах, правда, но поливать надо. Вот. Но этот комплекс, он, конечно, в фаворитах по придомовой территории. Ты когда-нибудь такую видел, придомовую, Тём? Да честно, нет. Это, на самом деле, ну, вот на летней, на Флоре ты мотаешься. Что скажешь, это лучше? Да здесь, конечно, намного больше места. В принципе, планировка хорошая, хорошие детские площадки. И Сочи, большие Сочи, планировки. Для Сочи это редкость. В принципе, увидеть такую площадь. Еще равнина. Да, еще и ровненько. Да. Еще и пешком до моря можно дойти. Вот, смотрите, как играют тут. В теннис играют. В общем, идем смотреть. Итак, первая квартира у нас однокомнатная. Здесь уже ремонт подходит к завершению. Остаются последние штрихи, клининг, уборка и так далее. Но чаще всего у нас ключи собственники забирают в момент, когда мы уже делаем предклининг, можно так назвать. Поэтому давайте посмотрим то, что есть. Это у нас коридор. Здесь будет шкаф-купе. В шкафу спрячется у нас вот этот щиток. Еще будет сверху накладка. Вот, а здесь у нас получается санузел. Сейчас я свет включу. Вот, санузел. Вот, здесь вот такая вот плитка. Двери уже установили. Остается сантехнику установить. Здесь люк скрытого монтажа, туда я не полезу. Вот, здесь. Вот так вот, и ванну. Ее, естественно, почистят, уберут. Потолочники сверлили. Немножко есть мусор. Так, а вот это вот гостиная получается. Кухонная зона здесь, а это гостиная. Потому что здесь, по сути дела, был балкон. Его объединили уже с жилой площадью. И вот таким образом расширили площадь жилую. Да, и, по сути дела, становится больше как с возможностью гостиной. То есть здесь установить диванчик, например, обеденную зону. И так далее. Смотрите, здесь у нас получается кварцвинил, плитка и кварцвинил. Вот для того, чтобы не было стыка, мы делали наливной здесь пол. Вот таким образом выглядит сейчас комната. Остается плинтуса доделать, пластиковые обычные. Это у нас обои вот такие вот. И обычный натяжной потолок с точечными светильничками. Вот таким вот образом. То есть там спальное место, двухспальная кровать с прикроватными тумбочками и светильниками. А здесь диванчик и телевизор. Вид получается на придомовую территорию, которую я вам говорил. Вот, посмотрите, оцените. Также здесь прямой есть вид на горы. Зимой они заснеженные, красивые, симпатичные. Все убирается, видите, стригут газончик, ухаживают. Красота. Здесь пешая доступность до рынка, до магазина, до поликлиники, до школы. В общем, все-все рядышком. Вот здесь, смотрите, волейбольная площадка из песка. Вон чуть дальше, там теннисный корт. Видите, тоже теннисом учатся люди. В общем, комплекс такой, один из лучших, наверное, в Сочи по придомовой территории, аналогов которой вообще нет.
Так, ну остаются последние штрихи, о чем я сказал уже, да? И все, мы, в принципе, сдаем здесь уже ремонт. Так, ребят, следующая квартира у нас с дизайнерским ремонтом, то есть мы делаем здесь дизайнерский проект. Вот, давайте все по порядочку вам расскажу. На полу у нас керамогранит уже уложен 1,20 м на 60 м. Это 2+1 планировка, то есть как трехкомнатная квартира. Здесь у нас все керамогранитом также уложено, света нет пока здесь. Вот, раздельные санузлы получается. В этой части у нас керамогранит 1,20 м на 60 м вот такого оттенка и светло-матового оттенка. Инсталляция, полноценная ванная комната, ванная. Дальше вот здесь такие полочки ребята сделали, углы под 45 градусов. Все аккуратненько. А вот эту инсталляцию будет зашиваться уже мебельные фурнитуры специальные. Вот. И здесь будет зеркало. Поэтому здесь керамогранит не укладывали. Также здесь для подсветки сделали вот такую вот нишу везде. Вот, обратите внимание, чтобы была подсветка зеркала. Так, идем с вами дальше. Вот такой вот электрощит. Также здесь лоботочный щит будет. Потолки у нас гипсокартоновые. Далее вот это гардеробная, прямо просторная. Уже отшпаклевали все стены. Вот. А в этой части у нас напольное покрытие. Вот такой вот кварцовинил. Это спальная комната. Также здесь гипсовые потолки с точечными светильниками будущими. Вид здесь очень шикарный. Смотрите, здесь какой вид получается на горы, на теннисный корт. В общем, красота. Батарея здесь, видите, какая длинная. Она вот здесь была установлена. Мы ее аккуратненько сняли, чтобы там подготовить все стены и отшпаклевать. Поэтому сняли все батареи. Вот такие вот дизайнерские. Беленького цвета. Дальше мы попадаем вот в такую кухонную зону. Это здесь будет угловая кухня. Вот. И здесь гостиная. Гостиная зона. Здесь будет ТВ-зона. Такая ниша под полочку. Двери скрытого монтажа везде установлены. Их нужно устанавливать в самом начале чистового ремонта на напольное покрытие. Это спальная комната. Также здесь выполнили потолки из гипсокартона. Видите, два слоя, достаточно толстые получились. Здесь все по стандарту. Кондиционер, двухспальная кровать. Здесь батарея, вид получается на другую придомовую территорию. Вот вы видите, какой здесь вид. В общем, продолжаем здесь ремонт. Также на балконе у нас здесь укладывали керамогранит. Вот, посмотрите, здесь сделали с углами под 45 градусов из керамогранита. Вот такие перила, так назовем их, да? Подоконники. Тоже ювелирная работа. Вот такой здесь вид симпатичный. Продолжаем здесь наши работы. Поэтому следите обязательно. Когда мы закончим этот проект, мы вам покажем. Я думаю, что он вам понравится. Здесь, смотрите, еще тоже вот такая будет ниша с подсветкой. Очень интересно по проекту. Так, ну что, ребят, очень приятно приходить в квартиру, снимать ее даже на продажу. Хоть я и редко этим занимаюсь, но тем не менее, тогда, когда не просто квартира убрана, чистая, а когда все детали, которые вот приятно смотреть, до сих пор остаются. Даже вот это покрывало, даже вот эти подушечки и так далее. Все будет, как вам сказать, по порядочку. Итак, вот это коридорчик. Здесь при входе вот такой вот шкаф. Вся электрика здесь собрана. В принципе, так же все это делаем. Вот, на полу здесь ламинат. Двери здесь серого цвета. Раздельный санузел. Давайте сюда зайдем. Здесь стены под покраску сделаны. Натяжной потолок, вентиляция.
инсталляция, керамогранит серенького цвета. Также и здесь ванная, бойлер запасной, плитка среднего формата. Вот умывальничек, зеркало с подсветкой. Вот такая вот ванна. Ну, все как бы стандартно. Хорошие двери, профиль Doors, сразу это бросается в глаза. Я их очень хорошо знаю. Это очень качественные двери. Бесшумные замочки. Все отлично. Также для места хранения еще предусмотрен вот здесь вот шкафчик. В принципе, все сюда помещается. Итак, давайте посмотрим саму планировку. То есть вот это вот гостиная, совмещенная с кухней. Также здесь стены под покраску. Вот, нейтральные цвета. Красиво все расставлено. В принципе, как дизайнерский проект все делалось. Ну, видно, что сделано все аккуратненько, чистенько и симпатично. Не хочу сказать, что здесь шибко все дорого. Все вроде как бы стандартно, но тем не менее аккуратненько. Вот здесь вот установлена обеденная зона. Такая небольшая. На втором этаже вид получается во двор. Поставили вот такие вот картиночки небольшие. Центральное отопление в данном комплексе. И вот такая вот кухонная зона. Также можно и здесь кофейку попить, либо быстро одному перекусить. Кому как нравится. Кухня выполнена в серых вот таких тонах. Здесь, я так понимаю, холодильник. Квартира не сдавалась, делалась под себя. Вот, ну, решили собственники продать. Поэтому на продажу делается обычно все из более дешевых материалов, ну, так называемых, да, и так сильно не заморачивается. Уж поверьте мне. Так, 76 квадратных метров площадь этой квартиры, которую вы видите. Все то, что вы видите здесь, остается. Пройдемте дальше по коридору. Вот это огромная гардеробная мечта хозяйки, да? Здесь можно все разложить по полочкам, развесить все в разных местах. Также здесь предусмотрели вентиляцию. Все правильно, закрытое помещение, без окна. Должно как-то проветриваться. Это спальная комната. Здесь уже такой персиковый цвет. Вы видите, также стены под покраску. Двухспальная кровать. Достаточно большой шкаф. Здесь должен висеть телевизор, отдельный кондиционер. Вид в противоположную сторону во двор. Очень все аккуратненько, чистенько. Ничего не поломано, не потрескано. Ну, все шкафы открывать не буду. И так все понятно, где что расположено. Даже вот этот шкаф, по сути, мне кажется, он и не обязательно, если рядом есть вот такая вот гардеробная. Можете разобрать, если кому-то будет принципиально. Может быть, столик вам более здесь пригодится. Хотя вот в эту часть он как раз помещается. Идемте дальше. Собственник распланировал вот следующую комнату вот таким вот образом, что вот эта часть кабинетная, она осталась без окна, но ее можно соединить с той комнатой, если вам это потребуется. Это кабинет. Возможно, комната для какого-нибудь мальчика, например, потому что там сделана комната для девочек. Вообще планировался кабинет. Также сделана здесь вентиляция, чтобы проветривалось помещение. А вот это получается такая вот уже детская, тоже в персиковом цвете. Покрашены стены, обычные натяжные потолки. Вот такая вот столешница, достаточно большая. Можно сюда что-нибудь еще положить. Вот. Места для хранения. В принципе, все аккуратненько и симпатично. Вот такая квартира. Стоит 34 миллиона 900 тысяч рублей. Как вам такой вариант? Получается, кухня-гостиная большая, есть спальная, детская, кабинет, спальная и огромная гардеробная. Можно, конечно, было распланировать ее по-другому, но как уже есть, с раздельными санузлами, с мебелью, которая здесь уже есть, ничего не забирается, с теплыми полами, вот обратил внимание, и вот
Если вам не понравился тон цвета, он перекрашивается без каких-то либо проблем, можете под себя подстроить цветовую гамму или что-то поменять. Пишите в комментариях, как вам это предложение. Ну и на этом у нас обзор по жилому комплексу «Фрукты» закончился. Звоните, пишите. Если у вас остались вопросы, с удовольствием отвечу вам. Ну и не забывайте, что мы занимаемся ремонтами. Мы поможем вам воплотить мечту, если вы купите квартиру, например, в данном комплексе без ремонта. В целом, я вам скажу, ремонт мне понравился, достаточно качествен, присмотрелся, а грешностей никаких нет, поэтому здесь ничего не нужно переделывать, в смысле того, что если бы сделано было некачественно. Все, удачи, пока.